ДТ-29, танковая модификация. Пулемет Дегтярева. Вообще непосредственно это под бронетехнику был сделан пулемет, но в комплекте шлицовки. Вот. Его можно было вытащить из танка и пользоваться уже как ручным пулеметом пользоваться. Так, а чем он заряжается сейчас? Заряжается. Ну, 762 на 54, светошумовые. В диск уходит 64 патрона. Так. А диск настоящий? Да. Оригинальный? Оригинальный, перейдем под холостой. А это тоже долгий процесс, да? Конечно, это процесс утомительный. По одному туда их напихивать. А, в смысле, он не открывается диск? Нет, вот так вот по одному заряжаем. А у таких пулеметов ленты не было? Нет. На тот момент пулеметов только у Максима была лента. У Дегтярева они все работали с дисков. Либо в ручном пулемете. Побольше диаметр диска там. 47 патрон. Здесь 64. В три ряда располагаются патроны в диске. А он на какие танки устанавливался? Ну, в принципе, на все наши танки отечественные стоят. Его когда разработали? 29-й год. 29-й? Да. То есть он на момент войны уже достаточно... Уже был, да. Повоевал. Он вовсю уже пользовался. И сколько вот по времени занимает? Да я не засекал, ну так это... Минут 15? Ну, наверное, да, где-то так получится. Блин, что-то попадать надо. А это ваш пулемет? Да. А где вы его взяли? Купил. Сколько он стоит? Ну, средний. Сейчас около 200 тысяч. 200 тысяч пулемет? Ну да. Ну, если пулемет Максим сейчас стоит полмиллиона. Полмиллиона Максим стоит? Да. А зачем вам пулемет? Вы прям его хотели купить себе? Или так получилось? Да почему? Нужен был, хотел, в принципе, под бронеавтомобиль его. Хотел построить бронеавтомобильчик. Но потом как бы это не получилось. Остался только пулемет. Он со склада? Ну такой, да, наверное? Угу. Такие, мне кажется, не откапываются, да? Потому что ничего, они в технике были, как их откопать? Что делаете? Дом что-то подзаржавел, мой. А насколько это надежная вообще система? Потому что я смотрю, вот коробка какая-то прям в целом. Надежная. Когда работает, это безотказная машина. Если настроить все правильно.